тоже выбирает King Forest. Это же логично. Ну, здесь, наверное, без слов. Лёшу Карелина вы все прекрасно знаете. Вот он, амбассадор. Молодец, всех уравнял. Решение есть. Только закончилось. Итак, внимание, в стадию топ-16 отправляется. Перерыв перед Палой и влил дождь. И у всех все начнется заново. Лёш, ну как дела, как это расскажи? Кайф. Друзья, погода нам преподносит очередные сюрпризы. Только что прошел огромный ураган. Ливень, кое-как спасли палатки. Вот. Но через несколько минут начинается квалификация. Еду я в 4-й группе. Ссылочку прикрепляю. Присоединяйтесь, болейте за King Forest Drift Team. Замаливаем лужу воды, потому что вытряхивали воду с камер цифровых. Вытряхивали, продували там. Я видел очиститель, не карбюратор, да? Спид маленький. То есть настолько прям... Акция место, столько лет дрифтить и не наддрифтить, Карелин Алексей. Я вообще на твоем месте уже с дрифтом закончил. Антроп 10 лет бухал по стоках, ТНТ закупил, и то лучше ездит. Капец, профка, это жестко. Но теперь Антроп не бухает, а ты... Это жестко, это жестко.